открой. Специальное предложение сегодняшнего дня. Мы долго думали, а что сделать в качестве главного подарка к 8 марта для вас. И, конечно, подумали, что это бриллианты. Это уникальные алмазы, кристаллы, которые еще и в бриллиантовой огранке сегодня осыпают ваши ножки. Бренд Вилмар. И только один день. Абсолютная громкая премьера на телеканале Шоп-н-Шоу. И эксклюзив. Ни в одном магазине вы не встретите эспадрильи Грейс. Они представлены только у нас. И представляет наш главный товар дня, наш любимый эксперт рубрики «Мода», потрясающе красивая Светлана Старостина, автор проекта «Возраст. Стиль вне возраста». Ну, а мне, конечно, очень нравится и бренд «Вилмар». Мне вообще нравятся все изделия этого бренда. Я сегодня просто счастлива представить вам именно новую коллекцию от этого бренда. «Вилмар» нас поистине удивляет. Это слияние высокого искусства, обувных технологий и природы. Мы с вами получаем гламурные эспадрильи с инкрустацией арт-кристаллов в бриллиантовые огранки ручной работы. Посмотрите, насколько это выглядит все эффектно. Лазерное напыление эко-кожи добавляет сияние нашим кристаллам. Ну и к тому же джутовый вот здесь шнур, кант у нас, как раз и говорит о том, что это эспадрильи в классическом исполнении. Но и это не все. Бренд «Вилмар» – это всегда забота о нашем здоровье. Эко-комфорт – это удовольствие ношения обуви, чувство единения с природой. Стелька из эко-воздушного материала – это рогожка с добавлением льна внутри. Это девятая полнота, которая будет подстраиваться под любую ножку. Вы будете легкой, воздушной, вы будете чувствовать легкость своей походки, потому что даже стелька у нас внутри имеет вот эту мягкую, комфортную основу. Мне очень нравится, и как на ножке сидит, как ножка утопает в этой стельке. Натуральный лен внутри, представьте, натуральный лен и в стельке. Плюс бриллианты на наших ножках. Боже, как это красиво. Плюс у нас еще есть различная цветовая гамма на любой выбор. Если вы любите рубиновые оттенки с бриллиантами, пожалуйста, для вас есть оттенок вишневый, очень красиво называется бордовый. Невероятная красота. Если вы любите сапфиры, то для вас еще есть синий оттенок, очень яркий такой. Это цвет 2020 года, цвет миллионеров. Вы будете блистать. Если вы выбираете классику, например, хотите туфельки самые настоящие Золушки, то вот для вас хрустальные башмачки. Этот цвет называется серебро. Мой выбор на сегодня — это золото. Золото и бриллианты — это любимое классическое сочетание, и это один из самых популярных цветов среди наших телезрителей, среди вас. Ну и выбор нашего эксперта Светланы Старостиной — это черный бриллиант на черном агатовом фоне. Невероятная роскошь, красота, натуральный лен в стельке. И все это по уникальной цене сегодняшнего дня. Я подумала, сколько стоят бриллианты. А у нас сегодня за 1999 рублей вы получаете настоящую россыпь бриллиантов. Звоните, успейте. Как будем выбирать размер от 36 до 41? Бренд «Вилмар», поэтому выбираем размер в размер. Вот у тебя 38 размер, ты выбрала ровно 38 размер. У Марины 39 размер, она выбрала для себя 39 размер. И смотри, вот он, обхват Марининой ножки 26 сантиметров. То есть мы с вами получаем девятую полноту. При этом у Марины ножка немножко травмирована и высокие пальчики. Именно правильной конструкции от бренда «Вилмар» с девятой полнотой такие эспадрильи великолепно подстроятся под любой нюанс. И высокие пальчики, и вальгусная деформация, и широкая пяточная. А пойдем к Марине тоже. Пойдем. Мы сегодня пойдем гулять, потому что в этих эспадрильях хочется наступать, хочется делать каждый первый шаг. Поэтому эспадрильи «Грейс» — это уникальный шанс сделать первую покупку на Шоп-н-Шоу. На нашем сайте shopnshow.ru или у наших операторов вы можете дозвониться и оформить, и уточнить, каким способом вы хотите получить свои эспадрильи. На почте или курьером прямо к вам домой. Вы уже получаете фиксированную доставку 199 рублей, ну а при заказе на сумму 4990 вы получаете и вовсе бесплатную доставку. Ну что ж, а где наша Светлана? А вот смотри, мы сейчас увидели с тобой как раз в ансамбле джинса, а теперь давай посмотрим в ансамбле красотка, с классической юбки. Слушайте, да? Это здорово. Мы с вами выбираем на разные образы такие эспадрильи. Вообще, знаешь, я смотрела журналы модные, там везде звезды ходят именно в кристаллах на ногах. Да? Конечно, потому что вообще тенденция украшать обувь, уже тенденция десятилетняя, такая долгоиграющий тренд. Но главное, что именно бриллианты, именно крупные кристаллы, крупные украшения на обуви — это сейчас апофеоз обувной индустрии. Тренд 2020 года. Конечно,
конечно, Dolce & Gabbana в самой лучшей россыпи вот такой обуви. Давайте посмотрим, что у нас здесь бриллианты, именно огранки капля, которая блестит, переливается, много граней. Посмотрите, насколько эффектно это все смотрится. И, конечно, такие бриллианты у английской королевы Елизаветы II, а у нас на нашей шестерили. Вот я сразу хотела спросить, надежны ли эти бриллианты? Как они прикреплены вообще? Здесь специальная система крепления. Обрати внимание, что снаружи у нас вот эти вот кристаллы, а внутри у нас они запаяны внутрь. Видишь, они как бы вплавлены обратной стороной внутрь. Здесь все очень надежно. Абсолютно не травмирует вашу кожу, потому что такие эспадрили мы носим с вами на голую ножку. Это крепление хельнитены, которые позволят надежно, долго носить эспадрили. Видите, все как Закреплено. И, внимание, это все за 1999 рублей. Это бренд Вилмор, который дарит нам и комфорт, и красоту. Ну что ж, Настюш, заходи к нам, потому что мы сегодня собрали все девчонки-любительницы и бриллиантов, и алмазов, и комфорта, самое главное. Бренд Вилмор – это удивительный бренд, который сочетает и красоту, и комфорт. Вот наступаешь на ножку, и сразу чувствуешь, как ножка поддерживается со всех сторон. Вот, например, можно сравнить со стелькой, которую мне рекомендовали врачи-ортопеды. Я ее отсюда вытащила, потому что эспадрилья, они держат мою ножку, не дают ей даже Правильно, заваливаться. Правильно, потому что здесь абсолютно верная у нас стелька. Во-первых, она у нас не в несколько слоев. Верхняя часть – это рогожка с добавлением натуральных льняных нитей. А что такое лен, Лен? Это прежде всего гигиена, это природа на нашей ножке, это экологичность, это чистота, это комфорт. К тому же это антибактериальные свойства. Мы же носим эспадрильи на голую ножку, не впитывает запахи, не вызывает аллергии. А внутри под этой стелькой у нас еще вспененный латекс. Именно он дает тебе возможность так удобно находиться в этих эспадрильях. Ножка не заваливается, а главное, снимается любая нагрузка на сустав, с вашего позвоночника. Выбирайте для себя легкость, красоту. Бренд Вилмор, который дарит нам и заботу о здоровье, и дарит нам красоту. Это экология, это единение с природой, это абсолютный эксклюзив. По уникальной цене, которая действует только сегодня, 1999 рублей. Звоните прямо сейчас.